2 марта 34 года назад был создан театр «Колесо». Это первый в России контрактный драматический театр и первый профессиональный театр нашего города. Под руководством режиссера Глеба Борисовича Дроздова, чье имя сегодня увековечено в названии «Колеса», актеры активно гастролировали и покоряли публику как в нашей стране, так и за рубежом. Менялся репертуар, коллектив, но все эти годы театр «Колесо» оставался местом притяжения для ценителей искусства, площадкой для ярких режиссерских экспериментов, талантливых постановок и творческих находок. Чем сегодня живет драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова, рассказала художественный руководитель театра Наталья Дроздова. Уже готовимся к 35-летию, потому что это юбилейный сезон. Репетируем спектакли, делаем вводы. Вот у нас сейчас намечается две премьеры в марте. «Медея», это все будет на камерном зале. «Медея» и «Мой Пушкин». Дальше «Татищев», потом «Лето», потом «Отпуск», потом «Открытие сезона». И юбилейный год, 35 лет нам будет 2 марта.